Сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что уменьшается количество транспорта на маршрутах муниципального обслуживания. В администрации города эту информацию опровергли. Существует производственная программа, утвержденная администрацией, согласно которой транспортные средства ежедневно выходят на линии. С тех пор, как было законсервировано первое троллейбусное депо в 2017 году, выпуск троллейбусов составляет 100 единиц в день. Выпуск троллейбусов так и остается 100 единиц в день. Мы всего лишь приводим в порядок нормативную документацию, чтобы все юридически у нас было правильно. То есть в реестре стояла информация не актуальная, завышенная. В настоящий момент ее привели в соответствие с требованиями 220-го федерального закона. Сейчас политика администрации направлена на перераспределение пассажиропотока в пользу муниципального транспорта, в связи с чем отменяются льготы, например, на 41-м маршруте, что сразу компенсируется добавлением техники. Прибавились 3 троллейбуса номер 1. То же самое происходит с маршруткой 88 и муниципальным автобусом 7. 3 крупногабаритных единицы техники дополнительно будет ездить в строитель. Все пожелания жителей мы отрабатываем очень оперативно, стараемся все это решать на месте, выезжать, смотреть. В случае необходимости корректируем расписание, в случае затруднения движения и увеличения интервалов начинаем добавлять технику. Техника у нас есть, с персоналом все-таки, не будем скрывать, проблемы есть. Эту ситуацию пока пытаются решить с переходом на бескондукторную систему. Водитель на остановочных станциях производит прием оплаты. И это, отмечают в администрации, даже улучшает экономику маршрута.